4-й международный турнир по вольной борьбе среди юниоров Cold Car Open 2011 считается открытым. И мы приветствуем лучших представителей данного вида спорта на этих коврах. В номинации лучший молодой борец 2011 года стал Никита Чихоня. По мнению жителей города Кохтла-Ярви, лучшим борцом 2011 года заслуженно стал Алексей Баскаков. С момента основания клуба, это то есть с 2000 года, почитателями вольной борьбы города считают Вадима Бадина. Финальной схватке в весовой категории до 55 килограмм победу одержал борец в синем трико Алексей Баскаков. Борец в синем трико Сармат Гигалаев, Россия. Оп.
одержал борец в красном трико Евгений Салтрук, Эстония. И стал чемпионом 4-го международного турнира, завоевавший 3-е место, бронзовую медаль и денежную премию. Приветствуем призеров и победителя. Стал чемпионом 4-го международного турнира по вольной борьбе среди юниоров Cold Car Open 2011. На награждение также приглашается тренер чемпиона Алексей Хабов, которому вручается памятная медаль и денежная премия.